Министр внутренних дел Почувашии Сергей Семенов уходит в отставку. О своем решении он объявил сегодня во время видеоконференции с руководителями районных органов внутренних дел. Сергей Семенов был переведен в Чувашию 4,5 года назад из Челябинской области. Генерал-майор полиции отметил, что принятое им решение об отставке не связано с какими-либо политическими амбициями и служебными вопросами. Конец цитаты. Сергей Евстафьевич поблагодарил коллег за совместную службу. Самого же министра внутренних дел накануне наградили медалью ордена за заслуги перед Чувашией. Награду вручил глава республики Михаил Игнатьев.